Мы на самом главном фотомероприятии тысячелетия. И если вас здесь нет, то я не знаю почему, и это ваша главная ошибка в этой жизни. Приходите на такие мероприятия, потому что своими вот этими двумя руками можно потрогать любую технику Godox'а, 1200 джоулей на генераторе, это очень интересно. Я, естественно, стою у стенда Godox'а, потому что я сегодня немножечко про Godox тоже расскажу. Расскажу про то, почему больше фотографам не нужен никакой уникальный стиль фотографии, можно его не искать, расслабиться и просто нормально снимать и зарабатывать деньги. Самая прикольная техника, это вот сюда надо подойти, посмотреть, потрогать, можно руками, даже двумя, может даже дадут, а может и нет, тут как повезет. Андрей, проконсультируй, пожалуйста. Значит, надо брать все. Если кредитная история хорошая, то надо брать все. Если нет, то занимать в музей и все равно брать все.